Друзья мои хорошие, мой муж, посмотрите, как смеется с меня. Он думает, что я полетела. Но вот что хочу вам сказать, я не полетела, просто у меня сегодня такая тема возникла, вам изменить немножко тему моего канала. И поэтому я хочу поменять, и в общем, короче говоря, я сделала заказ в Ватсоне, пришла посылка, можете посмотреть, аж меня видно было? А? И вот сейчас я буду делать распаковку и буду объяснять вам. Возьми это, держи. Вот так, держи, мой хороший. Вот так. Ну что, пошли, поехали. Что там у меня вышло? Вот, заказала я себе красочку. Вот такая красочка Палет. Так, надо покрасить волосики. Так, что следующее? Крем для лица. Я вам попозже покажу, о каждом все расскажу подробнее. Так, и вот вышло, и вот что еще есть. Ой, как много чего я себе заказала. Разлилось чуть-чуть. Так, значит, вот это все для волос. Шампунь или что-то потек. Вот этот шампунь вообще супер, друзья мои хорошие. Тут нету, в общем, химии, все натурально. Это маску взяла для волос, вот такая вот. Еще я вам попозже покажу все поподробнее. И вот, короче, все для волос. Ну вот такая посылка. Продолжу свой обзор. Распаковка посылки. Я никогда не делала такие видео, но решила попробовать, почему бы и нет. Потому что пришло все, ну тут сама тема, как говорится, падает в руки. Почему не использовать этот шанс? Не так ли, друзья мои, как вы думаете? Кто не согласен, напишите в комментариях, может, не нравится кому-то. Но все равно я решила показать вам мою посылочку, потому что тут у меня много чего интересного. Действительно, как вы знаете, я была в Батуми, у меня есть видео о моем преображении, то есть я поменяла цвет волос. То есть я сделала окрашивание в два этапа. Сначала осветлила волосы, потом, значит, и покрасила краской. Но это, конечно, еще я заплатила 50 лари. Это очень большие деньги. Мне кажется, за маску, я не знаю, что она дала. Честно, сейчас даже думаю, что это зря потраченные деньги. Ну, потому что я улучшения не вижу, но я получила очень много советов от стилиста. И записала я, и вот... что можно приобрести в Турции для улучшения качества волос и роста волос. Вот посмотрите, фирма Ватсон. Каждый день приходит ко мне на телефон уведомления о скидках различных. Я вам объясню, что как нужно сделать, как активировать карту, как попасть туда, как зарегистрироваться. Все сейчас я вам расскажу. Так вот, мои хорошие, когда вы идете в магазин Ватсона, есть во многих городах Турции, вы, значит, делаете покупку товаров, и вот они вам дают вот такую карту. Обязательно зарегистрируйте на свое имя, потому что она вам очень пригодится. И есть, значит, еще другая фирма, вот у меня карта есть тоже, Gratix. Тоже можно взять по интернету, но я в основном вот несколько раз получала товары от этой фирмы. То есть вы, если делаете покупки, то они вам дают, спрашивают, вы хотите карту? Да, хочу. А так и отвечайте, берите карты, и, значит, вы будете покупать по интернету, не надо будет вам ходить по магазинам, иногда не видишь, иногда там переполненное все, не можешь разобраться, то свет плохой, то не видишь, не понимаете по-турецки, а в телефоне, вот как мой интернет-магазин, компания Global Intergold, интернет-магазин золотых слитков, вот такие же интернет-магазины, косметики, парфюмерии и всего, что вы хотите, можно приобрести по интернету, онлайн-шоп называется. Ну так вот, вот эта вот карта, она регистрируется на ваше имя, и подключают вас к системе, и приходит уведомление на ваш телефон почти каждый, ну, 2-3 раза в неделю, это точно. Так вот, мои хорошие, я сейчас вам объясню, что когда я была там, мне, значит, предупредили мои парикмахеры, чтобы я покупала все шампуни без сульфата. Сульфат, видите, написано сульфат. Потому что это не, здесь нет химии. Вот эти мы шампуни, Гарниер, Эльсеф, Лореал, мы все покупаем и не знаем, что там творится. Поэтому у нас такая проблема с волосами. И вот они сказали, в Турции есть вот такой шампунь без лейджи, растительный.
такой он без лиджи, это из растительной добавки. И кокону милк молочный. Вот я вот именно много разнообразия там. Ну вот то, что мне посоветовали, я вот этот взяла. В общем, будем лечиться, посмотрим, как он действует. Нам сейчас надо все без химии. Волосы и так получили очень много стресса. Вот это, что я не могла в себе в чем отказать. Вы сами знаете, что насколько полезны оливки. И как не взять такую маску, тем более сейчас 50% пазда хлеба. То есть пазда хлеба, извините, по-грузинскому говорю. Индырим по-турецки. Скидка. Друзья мои, все это я получила по 50% скидке. Потому что они дороже в два раза сейчас. Вот поэтому выгодно наблюдать за Ватсоном через ваш телефон. Вот это такая маска для волос из оливок. Что мне еще захотелось помочь своим волосам? Пережить стресс, фен. Иногда я пользуюсь утюжком. Я обратила внимание на вот эту вот фирму. Здесь написано, знаете, что мне понравилось? Вот этот спрей после мытья волос. Вот вы помыли шампунем, все, после мытья волос. И вы нанесите, набрызгаете. И это оберегает вас от фена горячего, от разных солнечных лучей. В общем, такая защита для волос. Вот так называется. И посмотрим, как она будет действовать. Так, а вот этот я взяла тоже этой же фирмы. Кстати, я первый раз пользуюсь этой фирмой. Посмотрим, что это за фирма. Посмотрите, вот такой вот идет спрей для тонких волос, чтобы выпрямлять волосы. Я не знаю, как... Попробуем, что и как. В общем, все первый раз я беру. И вы знаете, что тут все без сульфата, вот, то есть без химических добавок. Все натурально. Я не знаю, как оно там натуральное или что. Так пишут, по крайней мере, если они врут, то я вам вру. И вот мне нужен был крем для лица на таможне, вот дутифри. Я так жалею, что я не купила, потому что, блин, такие цены здесь. Там я могла купить бы за $6, но не такой, конечно, другой крем. А вот такой я взяла для... Ну, мне уже под 45. Так, сколько здесь вот именно что мне понравилось, это уже для моего возраста. Я раньше не смотрела на возраст, а сейчас уже пора. В общем, здесь понравилось мне, что, друзья мои, для лица и для шеи. Вот буду мазать, посмотрю, что и как. Вообще, летом, все лето, ну, с витаминами тут все там... Все, что надо, весь комплекс чего всего. Знаете, что я вот мне говорят, что я не выгляжу на свои года, но это благодаря чему, даже сама не знаю. Может, потому что я тональным никогда не пользовалась в жизни. Есть у меня так, вот он и есть. Вот сейчас последний момент я купила пудру, потому что тонально здесь жарко в Мерсине, и в Турции жарковато. И иногда, когда так не выходишь в ресторан, там погулять куда-то, в гости, хочется выглядеть супер красивой. И вот я только на его. Все лето, начиная с мая месяца, вот по сей день я не пользуюсь кремами. Почему я не пользуюсь кремами? Потому что здесь такая влажность, все течет с тебя, но нет необходимости. И знаете, что я нашла выход какой? Вот у меня есть очень много алоэ. Алоэ вера. Я отрезаю листик, вот так вот отрезала. Разрезала его пополам и нанесла это все на лицо. И так я делаю, стараюсь 2-3 раза в неделю, чтобы увлажнить как-то кожу, попитать. Алоэ, вы сами знаете, воспалительные какие-то процессы, прыщик-мищик, все уйдет, все вылечит. Еще есть такой ночной, со скидками я тоже хочу его приобрести. Это дневной. В принципе, ночью мне не нужно мазать. Вот я так подумаю. И вот я, знаете что, побоялась идти я раньше тоже. Неудачные у меня были походы в парикмахерскую здесь. И вот волосы испортились, и моя дочка приехала и говорит: мама, давай я тебе сама буду красить. И вот она уехала, я продолжила самостоятельно красить волосы. И вот я решила тоже, пока я не нашла своего такого нормального стилиста, решила покрасить корни. Вот такой цвет мне посоветовали тоже там в парикмахерской, брать оттенки холодные после десятки. Я выбрала платиновый. Ну так вот, друзья мои, на этом я заканчиваю свой обзор. Такой смешной получился в начале. Да, я получила посылку и не открыла ее. Думаю, надо записать видео. А он прибежал, увидел, сразу хотел открыть эту коробку мою.
Я на него как налетела, говорю, ты что, говорю, я должна своим зрителям показать, что, как и почему. И вот он начал смеяться. Ну все, друзья мои, прощаюсь. На этом пока-пока. Целую вас, люблю. Надеюсь, для кого-то это видео было полезным. Пишите в комментариях, что бы вы хотели уже еще услышать от меня, узнать, что вас интересует Турции. Все, пока-пока, целую. С вами была Светлана Атай. И хорошее, совсем забыла вам сказать, что за все это я заплатила около 190 лир. В 2 раза дешевле. 50% скидка. 50. Так вот, мои хорошие, буду красить волосы на днях, буду, значит, лечить их и посмотрю, чем это закончится. А вот моя посылочка, и мы сейчас идем в гости. Пока-пока, с вами была Светлана Атай. До скорых встреч! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте писать комментарии.